Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И как я вам обещал, сейчас я вам покажу интересный апартаментный комплекс, который будет скоро у нас достроен. Продолжим с вами. Давайте с вами пройдемся, посмотрим. Мы с вами попали на территорию апартаментного комплекса «Лучезарный». Вот у нас такая конструкция. И скоро, буквально через полгода, здесь у нас будут хорошие полноценные апартаменты, которые находятся в 2,5 километрах от Дагомыса. Точнее, в 3 километрах от Дагомыса. Здесь у нас студии будут по 20 квадратных метров. Чем-то напоминает у нас, как вы понимаете, Покровский, да? Только в случае, например... Ладно, не буду говорить. Просто давайте мы с вами поговорим на эту тему. Здесь мы скоро с вами сможем приобрести квартиру для сдачи, либо квартиру для отдыха, прямо которая будет находиться на берегу моря, с ремонтами под ключ. И, в общем... Я думаю, что нужно брать. Что касается у нас потолков, да, давайте возьмем с вами первый этаж. Я, конечно, ожидал, что будет хуже, но потолки, в принципе, высокие, 3 метра выше, чем в жилом комплексе Покровский. И это уже радует. С первого этажа вид на море, это тоже радует. Ну и получается у нас такие небольшие апартаменты, да, вместе, вот санузел и вот сама комната. В принципе, довольно-таки неплохо. Кстати, уже можно приобрести. Компания у нас строит надежно. Много чего они у нас уже построили в Сочи и в Адлере в том числе. И чем отличается эта компания от всех остальных? Каждый жилой комплекс у них — это как произведение искусства. В каком плане произведение искусства? В том плане, что всегда у них все дома сделаны максимально качественно. Внутренняя отделка у всех шикарная, да? Кстати, в этом комплексе будет у нас также 2 лифта, тоже большой плюс. И в целом, я думаю, здесь очень хорошо даже будет все пользоваться спросом. Давайте посмотрим с вами крайние квартирки. Особенно меня интересует, какой у них будет вид. Жаль, что нету здесь окон, да? То бы совсем получилось бы хорошо. Так вот, да, вот на море, да, море здесь на реально 20 метров. Я больше аналогичного такого жилого комплекса не знаю. И кто-то говорит, там, первая береговая линия. Ребят, вот это первая береговая линия. Все остальное — это дичь просто, которую предлагает. Какая там первая береговая? Нет, конечно, когда нужно через дорогу перейти, все. Здесь уже можно безопасно отдыхать со своим ребенком. Даже с чужим ребенком можно отдыхать. Давайте посмотрим все-таки высоту потолков на втором этаже. Мне тоже всегда интересовало, потому что обычно, когда здания у нас старенькие, да, то у нас, как правило, потолки низкие. Ну вот здесь, да, давайте посмотрим. Все-таки вот он санузел. И вот здесь будет вот такая небольшая студия. Ну вот у этой студии у нас еще имеется и балкон. Балкон тоже большой плюс. Конечно, лучше бы, если бы балкон бы оставили, а там уже каждый для себя решил, стоит его, да, переделать или не стоит. Вот так у нас раньше выглядели вот эти вот номера такие гостиничные. Сейчас, я думаю, все гораздо интереснее стало. В общем, высота потолков хорошая. До моря, не знаю, можно рукой подать. Ну и цены здесь, сразу скажу, я бы не сказал, что цена низкая, да, что там халявная цена, что там просто покупай, вставай в очередь. Нет, цена адекватная, учитывая, что данный жилой комплекс находится вот именно на море. Соответственно, здесь у нас
при продаже данной недвижимости мы рассматриваем это не как просто обычная, да, недвижимость. О, кстати, вот эта сторона гораздо интереснее, мне она больше нравится. А все-таки мы рассматриваем с вами это бизнес под ключ. Потому что здесь у нас будет управляющая компания, здесь у нас есть возможность, чтобы каждый такой апартамент вам приносил спокойно до 4000 рублей за сутки. Я думаю, что это место всегда будет пользу спросом. И это у нас, конечно же, актив, не пассив, а актив. Поэтому, ребят, что я могу сказать? Нужно брать, если вдруг интересует шахматка, интересует планировка, хотя планировка это дичь, но она одинаковая планировка везде, везде с одинаковой по 20 квадратов. Если нужны цены, да, посмотреть, что у нас в наличии осталось, чего в наличии не осталось, пишите мне в WhatsApp, я с большим удовольствием возьму и вам пришлю эту шахматку, планировку. Ну и опять же, успейте купить первыми. Не покупайте потом то, что вам будет менее интересно. Давайте посмотрим все-таки самую отдаленную часть. Мне просто интересно, какой там будет вид. Потому что ту часть мы посмотрели, она нас устроила. Здесь у нас лестничная площадка тоже есть. Ну и давайте посмотрим, например, вид вот с этих квартир. Здесь у нас вид на зелень. Ну, здесь море, конечно, похуже будет видно. Ну-ка, что у нас будет с другой стороны. Вот, кстати, видите, уже свежий у нас. О, а вот здесь вид хороший. В общем, обращаемся, помогу вам приобрести готовый бизнес под ключ для тех людей, кому не хватает денег на гостиницу, на свою частную. Это ваш шанс взять и начать небольшой бизнес в Сочи. Тот бизнес, о котором мечтает каждый у нас за пределами города Сочи. Получать пассивный доход на аренде. А теперь, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Если есть вопросы, обращайтесь. Подскажу. Пока.